Видеоурок по дисциплине «Основы экономики». Тема раздела «Основы рыночной экономики». Тема занятия «Бизнес, социально-экономическая сущность и организация». Подготовила преподаватель специальных дисциплин Алматинского финансово-правового и технологического колледжа Тумарбекова Маида Муратовна. Определим цели занятия. Образовательная цель – определить понятие бизнеса и предпринимательства, рассмотреть функции и виды предпринимательства, а также ознакомиться с основными нормативными актами, регулирующими данную сферу. Развивающая цель – развитие критического и аналитического мышления, расширение общеобразовательного кругозора, а также развитие навыков творческого подхода к выполнению заданий. Воспитательная цель – формирование условий сознательной дисциплины обучающихся, формирование мотивации обучающихся к учебно-трудовой деятельности, а также ориентация на повышение степени восприятия и усвоения учебного материала. В ходе изучения данной темы будут рассмотрены следующие вопросы: понятие бизнеса и предпринимательства, функции, основные черты и виды предпринимательства, законодательство Республики Казахстан в сфере предпринимательской деятельности. В заключении будет приведен список рекомендуемой литературы и домашнее задание. Определим понятие бизнеса и предпринимательства. Оба понятия относятся к основным составляющим рыночной экономики. Итак, бизнес – это экономическая деятельность, направленная на извлечение выгоды и получение прибыли. В отличие от предпринимательства, не всегда носит систематический характер. Предпринимательство – это экономическая деятельность людей, направленная на систематическое получение прибыли и основанная на инициативности, ответственности и новаторской предпринимательской идее. Можно выделить следующие функции предпринимательства – ресурсное, организационное, управленческое, инновационное и творческое. Обозначим основные черты предпринимательства. Это независимость, самостоятельность, экономическая свобода, имущественная ответственность, ориентация на прибыль, систематическая основа, инициативность, а также постоянный поиск новых идей и решений. По направлению деятельности можно выделить следующие виды: предпринимательство в сфере производства, коммерческое предпринимательство, финансовое и консультационное. В зависимости от целей создания, предпринимательские организации подразделяются на коммерческие и некоммерческие. Основной целью коммерческих организаций является получение прибыли. В качестве основной цели некоммерческих организаций выступает решение социальных задач. К ним относятся такие организации, которые работают в сфере образования, здравоохранения, а также различные фонды и общества. Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу предпринимательства в Казахстане, являются следующие: Гражданский кодекс РК, Предпринимательский кодекс, Кодекс о налогах и других обязательных платежах бюджет или Налоговый кодекс, Кодекс о таможенном регулировании в Республике Казахстан, законы об инвестициях, об акционерных обществах, о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. На данном слайде представлен список рекомендуемой литературы по теме «Бизнес, социально-экономическая сущность и организация». Домашнее задание – ответить на вопросы самоконтроля. Ответы на задание принимаются на платформе Blim.kz.